Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творческими людьми, художниками, скульпторами, фотографами. Миша Гордин, американский фотограф-концептуалист, который был известен своими заставляющими задуматься и глубоко личными снимками. Вот что я нашел о нем в интернете. Гордин родился в 1946 году, первый год после Второй мировой войны, и вырос в Риге, Латвии. Выросший среди русскоязычного населения Латвии, русский язык стал для него родной культуры. Окончил технический колледж по специальности авиационный инженер, но никогда не работал в этой области. Присоединился к Рига Матион Студиос в качестве дизайнера оборудования для спецэффектов. Начал фотографировать в возрасте 19 лет, движимый желанием создать личный стиль и видение. Занимался портретной живописью, сделал несколько документальных снимков, но вскоре понял, что результаты неудовлетворительны. Сосредоточился на чтении Достоевского, Булгакова, на изучении кино, Тарковский, Параджанов, в поисках вдохновения. Только в 1972 году Гордин нашел свое истинное призвание фотографа. Он создал свой первый и самый важный образ, который назывался «Исповедь», фотография, которая положила начало его концептуальному подходу к фотографии. С этого момента Гордин сосредоточился на запечатлении концепции, а не буквальных моментов на пленке. В 1974 покинул Латвию и мигрировал в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах Гордин продолжал развивать свой уникальный стиль концептуальной фотографии, опираясь на опыт своего детства. Работы Гордина были глубоко личными и часто касались сложных и деликатных тем. Его изображения заставляли задуматься и вызывали воспоминания, и они приглашали зрителей взглянуть в мир по-новому. Скончался в 2020 году, но его наследие живет в его фотографиях. Его работы продолжают вдохновлять и бросать вызов зрителям, а его вклад в область концептуальной фотографии никогда не будет забыт. Ну вот, так вкратце, то, что мне удалось найти в интернете о фотографе-концептуалисте Мише Гордин. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.